Привет, меня зовут Настя, и сегодня я хочу показать тебе Москву. Ту Москву, которую знаю и вижу я. Такую шумную, многолюдную, яркую и абсолютно разную. Москва, она огромна, и каждый, абсолютно каждый, найдет в ней что-то свое. Уже ради того, чтобы ощутить ритм жизни этого города, стоит сюда приехать. Москва – это огромное переплетение стилей и историй, культур и настроений. А еще вы знаете, что Москва бывает тихая? Нет, ну правда, знаете, сколько в центре Москвы чищайших зеленых мест? Вы даже не представляете, сколько их. А ведь об этом так мало говорят. Москва, она бывает историческая, театральная, музыкальная и одновременно очень современная. Я просто обожаю вот так топать по улице спокойно и разглядывать все эти переплетения. Кажется, вот этому домику лет 100, и он сейчас вот-вот рухнет. А нет, стоит себе, и причем вплотную с какой-нибудь новостройкой. Тут куча офисных клерков, студентов, звезд, конечно же, и туристов. Ну и бомжей у нас хватает. Настя, тут же постоянные пробки, шумные, нечем дышать, в конце концов. Как ты тут живешь? Да, я соглашусь, но, наверное, я просто привыкла. И мне действительно нравится здесь жить. И мы с ней чем-то похожи, с Москвой. Вечно куда-то спешим. Этот ритм абсолютно мой. Если на улице плохая погода, идет дождь или снег, то вы всегда можете спрятаться в метро. Да-да, я не шучу, тут вам точно скучно не будет, так как вы попадете в настоящий музей. Так, это тебя. Ходи, ходи. Ну честно, вы видели эти станции? Ведь у каждой есть своя история, и ни одна не похожа на другую. И мои самые любимые станции, если вам интересно, это Комсомольская, на которой сейчас нахожусь, Воробьёвы горы, потому что они находятся как будто на улице, и вы можете за стеклом посмотреть на реку, и вообще там потрясающий вид. Новослободская и Театральная. А еще я просто уверена, что Москва – это место с нереальной энергетикой, ведь недаром сюда приезжает так много людей. И отдельно мне хочется выделить Москву вечернюю. Да, у меня к ней почему-то особенная любовь. Все эти огонечки, лампочки, пробки в конце концов. Люди потихонечку уходят с работы, улицы освобождаются, и вы также можете прогуляться по всем достопримечательностям и посмотреть, как они подсвечены. Это не менее красиво. В общем, Москва, я хочу тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю. И мне кажется, с каждым годом все больше и больше. И кто бы что ни говорил, Москва, она дружелюбная и примет всех.